Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 10 трюков, которые помогут надолго сохранить свежесть цветов в вазе. Следи за чистотой емкости, в которой будет находиться букет, ведь бактерии приведут к скорейшей гибели цветов. Для композиции, включающей более 5 элементов, выбирай вазу с горлышком пошире, чтобы стебли не передавливались. Температура воды имеет значение. Есть трюк, именуемый закалкой. Поставь цветы в вазу с почти горячей водой, 43-44 градуса, а саму емкость на пару часов помести в прохладное место. Молекулы горячей воды быстрее поступают к стеблю, но за счет прохладной температуры воздуха цветы теряют меньше влаги. Продолжительность жизни срезанного растения увеличивается. Описанный выше метод не работает для цветов с луковицами. Их лучше ставить в холодную, но не ледяную воду. Обязательно удали нижние листья, прежде чем поместить букет в вазу. Листья, находящиеся под водой, быстро загнивают и провоцируют рост патогенных бактерий. Чтобы букет дольше радовал глаз, меняй воду в вазе ежедневно, каждый раз удаляя весь мусор и тщательно промывая емкость. Это уменьшит размножение бактерий. Чтобы стебли лучше впитывали воду, срежь их острым ножом под углом 45 градусов. С розами эту манипуляцию вообще лучше проводить под водой. Добавь в воду консервант. Самый универсальный – водка. Одна столовая ложка этого алкоголя в стандартной вазе продолжит жизнь цветам. Лимонный сок и пара капель отбеливателя также будут служить неплохим консервантом. А вот аспирин, сахар или активированный уголь, вопреки распространенному мнению, бесполезны. Береги букет от прямых солнечных лучей и других источников тепла. Вазу с фруктами также лучше поставить подальше от цветов. Фрукты выделяют особый газ этилен, который ускоряет опадание лепестков. В процессе ежедневной замены воды осматривай букет на предмет увядших бутонов или поврежденных стеблей. Лучше сразу их удалить, чтобы не распространять гниль. Правильно сочетай цветы. Ведь не все растения могут уживаться друг с другом. Например, нарциссы и гиацинты распространяют вещества, губительные для других цветов. Поставь этих красавцев в отдельную вазу. А еще срезанные цветы из букета могут дать жизнь новому растению. Нужно лишь правильно разрезать стебель на черенки и укоренить. Для этой процедуры особенно хорошо подходят розы, хризантемы и сирень. Пусть букеты, подаренные с любовью, дольше греют твое сердце и радуют глаз. Напиши в комментариях, как ты сохраняешь свежесть цветов. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.